Между Чебоксарами и Москвой в преддверии Дня России запустят дополнительный поезд. Об этом сообщают в Минтрансе Чувашии. Поезд «Москва-Чебоксары» из столицы республики отправится 11 июня вечером в 21:40 и прибудет в Чебоксары на следующий день в 11:33. В обратном направлении поезд поедет уже 13 июня в 19:50, а в Москве он будет в 11:25 следующего дня. Билеты на дополнительный поезд уже поступили в продажу. Цена билета варьируется в зависимости от направления. Точную стоимость можно уточнить во всех железнодорожных кассах и на официальном сайте.